Региональный избирком подвел итоги единого дня голосования. «Единую Россию» поддержали более 67% избирателей. Среди одномандатников победу одержал Григорий Литков. Отметку в бюллетене напротив его фамилии поставили более 63% проголосовавших. Ямал в Тюменском областном парламенте будут представлять Сергей Корепанов, Николай Бабин, Фуат Сайфетдинов и Николай Яшкин. В Новом Уренгое стартовал семинар для предпринимателей. Он продлится 2 дня. Его организатором выступил Фонд поддержки развития города Муравленко. Руководитель Института моделирования бизнеса обозначил ключевые векторы и помог участникам встречи выработать решения для выхода из конкретных затруднительных ситуаций. На Ямале с начала года многодетные семьи получили 82 земельных участка. Из них наибольшее количество предоставлено в городе Лабытнанге. В Тазовском районе выделили 17 участков, и еще 16 безвозмездно получили семьи, имеющие 3 и более детей, в Приуральском районе.